В эти минуты президент Беларуси с рабочей поездкой в Белыническом районе. В центре внимания главы государства в целом социально-экономическое развитие Могилевского региона и готовность к уборке урожая в стране. А в частности, состояние дел в СПК «Колхоз Родина». Это крепкое хозяйство в районе. Здесь делают ставку на молоко и мясо. Лучшие показатели в области, хоть и прежде оно считалось убыточным. Почти 40 лет хозяйство возглавляет Александр Лопатентов. Сегодня в Родине намолачивают более 40% всего зерна в районе. Два года назад здесь за счет собственных средств отстроили ферму на 1200 голов с полным самообеспечением кормами. Акценты на технологии выращивания здесь используют тактику полосных посевов. В СПК «Колхоз Родина» развивают не только производство, но и социальную сферу. Потому и больше половины сотрудников – это молодежь. Подробности рабочей поездки президента в наших следующих выпусках.